если я сначала залила свое видео, например, ВКонтакте? Может ли YouTube посчитать, что когда я залила видео на YouTube, что я нарушаю авторские права? Пока YouTube не... Давайте так, я считаю, что, скорее всего, YouTube не анализирует другие видеохостинги, потому что у него своих дел хватает. Но в скором времени, очень скоро, может появиться какие-нибудь агрегаторы, которые будут показывать автору, где находится его видео. То есть будет какой-то алгоритм, потому что это же технология. А технология, она всегда растет вверх, а не вниз. Она не бывает, что типа схлопывается. Это только в умах российских чиновников можно там запретить интернет. Интернет и технологии развития нельзя запретить. Поэтому, то есть если вы разместили, тут немножко другой формат. Смотрите. Важно не видео, а я бы вам рекомендовал размещать, наверное, то есть если у вас в приоритете YouTube, то важно разместить информацию, метаданные, название, описание, да, на YouTube, чтобы Google его проиндексировал на YouTube, а потом это разместить уже ВКонтакте, потому что очень часто вы, ну и я в том числе с вами, мы лажали, ну мы ошибались. Мы размещали, допустим, какой-то материал на одном ресурсе, он индексировался быстрее, потому что он был мощнее, да, и там было больше притока. Допустим, у вас ВКонтакте там 20 тысяч подписчиков, а в Ютубе 5, вы только начали, да, они ваше видео рассеяли там, да, оно проиндексировалось уже в Яндексе, в Гугле, а потом вы с Ютубом. Это будет крайне негативно, ну, это не хорошо, ну, и неплохо, если это размещено. Но пока Ютуб не, я думаю, давайте так, я думаю, что пока, вот ключевое слово «пока», не я думаю, а пока. Пока платформа YouTube не анализирует аналогичные ролики. Но, судя по тому, как они развиваются, это вопрос времени, когда они начнут. Они будут очень быстро определять, где какой контент вы взяли, где первоисточник. Потому что YouTube — это Google, а Google знает все. Пора барабан.